It's really hot summer here in Ukraine, and it's good since lots of Russian soldiers who came here in winter and early spring, they're still fighting in the same uniforms that aren't fit for hot weather. And I'm not guessing here, because I've heard it from the intercepted phone call that you'll hear right now. Алло. О, привет. Короче, чё, бля, ждали замену, ебать, в итоге хуй. Сидим дальше. Я говорю, на своих старых позициях. Ну, типа того. Короче, у вас не весело, и ты поэтому не веселый, да? Да, блядь, не веселый, потому что у нас сейчас жара начала ебать со вчерашнего дня. Поставка воды прекратилась. Без воды сидим. Последнее время жарко. Без потерь хоть нормально? Ну, блядь, нет. Есть потери. Каждый день обстрелы, ебать, не прекращаются. Тут уже, ебать, жарко. Тут пацаны тоже все в ахуе сидят. Морально подавленные, ебать. Еще и жара, ебать, началась, ебать. А у вас форма, которая вот вообще не была, так и есть, да, блядь, теплая? Ну да. I suppose that because of hot weather and hard conditions in which Russians are fighting, many of them decided to leave Ukraine, no matter what. You'll find out more about it in the next intercepted conversation. Может, и пошли бы дальше, что-то командование просто меняется какое-то. Может, не надо рисковать тогда? Командир бригады, говорит, штатных людей вообще не осталось. А бригада сколько? 1500 людей. Штатных вообще человек, может, там десятками остались и все. А что, куда их? Все, им конец, что ли, все? Да, 200-й, 300-й, да. Ё-моё. Ну, кто отказался там? Таких? Домой поехали? Ну, в обратную. Рапорта ну, писать. Ну. Ну, может, тоже поедете? Не знаю. Ну, у нас народу больше, меньше 100 человек осталось. Ё-моё. Чё это, думаешь-то, ехать или чё? Двигаться дальше или уехать, позор, сезон. Нафиг, если командование плохое, зачем поедете? Чё рисковать, если все объективно не очень хорошо, то, наверное, не надо ехать. У вас есть возможность какая-то остаться на месте или там еще как-нибудь? Не знаю, нет. Либо вперед, или... Типа нельзя, да? Ну ты же говорил, что типа у вас некоторые остаются на месте, просто не двигаются вперед. Не знаю, не обсуждали еще. Что-то просто новости смотрю, ничего там благополучного не прогнозируется на будущее. Да, давно новости не смотрел. Наши все бегут, никто не хочет ехать там. Да, конечно. Да, конечно, было бы еще что-то нормальное, нифига, все тяжело. Командиры дырявые всякие там. Ну. Обеспечения никакого нету, это должно, то должно. Обеспечение плохое еще? Ну, все старое, у нас ночников даже нету. Ни тепловизоров, ни ночников. Ну и куда ехать тогда? Нафиг отказывайтесь тогда. Посмотрим. Что смотреть-то? Как ехать-то, ничего нету, если? Днем-то нормально, а ночью пусть. Ну а ночью как? Нафиг не ходите лучше. Да. Что вас некоторые хитрожопые ноги подвернули, поехали домой. Ты что не хитришь? Так посмотрим, что, подумаем. You see, only those soldiers who consider a living to be a shame, only they stay on the front line. But it's actually a worthy deed to go away from pointless war that takes thousands of innocent lives away. So, I'm sure that all this will end soon, and that peace will come, and that all is going to be good. Thank you so much for your attention and support. I'll see you next time, and goodbye to you all.